Гьянамджана шалакая чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитам йена бутале своям рупа кадамая дадати свападантикам вандехам шри гуру шри юдапада камалам шри гуру вайшнавамшча шри рупам саграджатам сахагана рагунатам витам там садживам садвайтам савадхутам париджана сахитам Кришна чайтанья девам Шри Радха Кришна падам сахагана лалита Шри Вишакха видамшча Хе Кришна Каруна Синдху Дина Банду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гуранге Раде Вриндаванешвари Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпа Тарубьяща Крипа Синдубья Эвача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану Ламбита Буджока Накавадату Санкиртанай Капитаро Камалая Такша Вишвамбаро Двиджаваро Юга Дарма Пала Ванде Джагат Приякаро Каруна Аватаро Арадья Бхагаван Враджеша Танаяста Дхама Вриндаванам Рамьяка Чидупасана Враджаваду Варгенея Калпита Шримад Бхагаватам Праманавамалам Према Пумарта Махан Шри Чайтанья Махапрабхур Матамидам Татра Даро На Параха Янтах Прадишья Мамавачим Имам Прасуктам Сандживайата Кила Шакти Дарах Свадамна Аньям Шахаста Чарана Шравана Твагадим Прананнамо Бхагавате Пурушай. Харе Кришна. Я слушал этот отчет и размышлял над тем, сколько всего делают преданные. И мне хотелось сказать, что очень важно во всей этой деятельности не забыть о цели.
деятельность имеет свойство полностью поглощать нас. Человек так устроен, что ему хочется проявить свое «я». Маленький ребенок, когда он только-только родился, когда у него начинает формироваться это эго, он еще толком говорить не умеет, но уже говорит «я сам, я сам». Кришна говорит о том же самом Бхагавад-гите «Аханкара вимудхатма картахам ити маньяте». «Картахам, я сам». Введенный в заблуждение ложным эго. «Аханкара вимудхатма картахам ити маньяте». Обусловленная душа говорит «я все делаю, я здесь делаю». С другой стороны, иначе говоря, деятельность может быть очень опасной, потому что это привычный для нас способ проявлять свое эго. А мы знаем, что именно эго является тем самым барьером или той стеной, которая отделяет нас от Бога. Это я сам, вместо того, что я твой. Это замена одного на другое, одной формулы на другое. Есть, собственно, трансформация человека, которая должна произойти в духовной жизни. Я сам, это значит, я сам могу, я обойдусь без всех. Значит, мне никто другой не нужен. Я твой, значит, я твой. Я буду делать все то, что ты хочешь. И деятельность очень важна для нас, потому что это наш способ проявить любовь. Но она опасна, потому что это наш способ проявить гордыню. Та же самая деятельность, как объясняет Кришна в Бхагавад-гите, это главная тема Бхагавад-гиты. Кришна объясняет, что та же самая деятельность может погубить человека, и та же самая деятельность может возвысить человека, в зависимости от мотивации, от настроения, в котором она делается. Человек действует для того, чтобы проявить здесь свою склонность властвовать и наслаждаться в этом мире. Ишварахам ахам боги, сиддхахам балаван сукхи. Кришна цитирует наш с вами образ мыслей. Ишварахам, я есть крутой. Новый русский. У меня есть свое царство. Ахам боги, я боги, почти что Бог, я наслаждающийся. Сидахам, я совершенный. Балаван, суки, я счастливый, я достиг успеха. А в то же самое время Кришна говорит Арджуне: Арджуна, действуй. Но как действуй? Нимитта матрам бава сави сачин, стань инструментом в моих руках. Мы действуем для того, чтобы с помощью этой деятельности почувствовать связь. Точно так же, как деятельность может отделять нас и разрывать нашу связь с Богом, деятельность может стать средством нашей связи с Богом. Называется карма-йога или бхакти-йогой. Шрила Прабхупада, на самом деле, комментируя Гиту, несмотря на то, что это как бы отдельные пути, Шрила Прабхупада говорит, карма-йога или бхакти-йога, или будда-йога. Главное, чтобы йога была. Главное, чтобы была связь. И карма или деятельность может быть средством проявления нашей любви, когда она совершается в настроении служения. Я делаю это не ради себя, не для того, чтобы прославиться, не для того, чтобы проявить какие-то свои, там, я не знаю, чтобы получить что-то взамен за это. Нет, я делаю это, потому что я должен что-то делать. И я делаю это, потому что я слуга, потому что я не могу не служить. И эта природа слуги, реализуемая в деятельности, является источником счастья. В 5 главе Бхагавад-гиты Кришна в двух стихах, которые идут подряд, один за другим, объясняет две формы счастья, которые ищет человек в этом мире. Первый стих
Он говорит, яхи сам спаршача Бога Духа Йоне, вот. Люди обычно пытаются искать счастье в соприкосновении чувств с объектами чувств. Яхи сам спаршача, значит, когда я касаюсь Боги, объектов наслаждения. Духа Йоне, вот. Кришна говорит, на самом деле это источник горя, это источник страданий. Точно то, что мы считаем источником счастья, всегда, в 100% случаев, в 108% случаев, оборачивается несчастье. Поэтому он говорит, адьянта ванта каунта я. Почему? Во-первых, потому что всегда это происходит. Во-вторых, потому что это счастье, так называемое счастье, очень быстро кончается. Натешу раматэ будха. Умный человек не ищет, не пытается найти свое счастье в этом. Разумный человек, у которого есть разум, он понял, что в этом счастья нет. И Кришна в следующем стихе говорит, каким образом обрести счастье, что счастье обретает человек, который старается в своей деятельности служить. И мы все знаем это, у нас всех есть опыт того и другого. У нас есть опыт разочарований от так называемого материального счастья. Мы можем отметить этот опыт разочарований громким харибол. Мы можем выпить за безнадежность нашего предприятия. И мы все знаем, что есть другое состояние сознания. И мы здесь для того, чтобы почувствовать это другое состояние сознания. На самом деле мы здесь для того, чтобы почувствовать Бога. И все то, что мы делаем здесь, будь то пища жизни, или храмы, или харинамы, распространение книг, все это очень важно как способ почувствовать Бога. Но мы никогда не должны забывать об этой цели. В тот момент, когда мы забудем об этой цели, наша аханкара отрастет. Аханкара обладает удивительным свойством. Мы знаем, что некоторые органы в нашем теле обладают способностью к регенерации. Например, печень. Печень отрезал половину. Через какое-то время она отросла, и опять, как ни в чем не бывало, печень. От ложного эго можно отрезать 99%. Все очень быстро отрастет снова. Ложное эго обладает необычайной способностью к регенерации. Причем это вновь отросшее ложное эго будет еще крепче, чем предыдущее. Я наслаждающийся, я главный здесь, я самый лучший. Мы знаем, мы приходим сюда в общество преданных, мы все смиренные, вайшнавы. О, какие люди! И наше ложное эго, оно уменьшается. И мы чувствуем радость от этого. Правильно? Ну, не нужно никого из себя изображать. Но не волнуйтесь, все скоро вернется на круги свои. Это уменьшившееся, скукожившееся ложное эго сурово отрастет, и уже мы будем чистыми преданными, старшими преданными, министрами или кем-то еще, президентами, или, ну, неважно, в общем, много кем можно стать, джагат-гуру, например. Но смысл еще раз в том, что этот процесс регенерации ложного эго происходит всякий раз, когда мы забываем о цели. Поэтому в стихе, который мы прочитали из Шри Чайтанья Манджуши, первого комментария Гаудии Вайшнавов на Шримад Бхагаватам, написанном Шринатхи Пандитом, говорится, «Раде Бхагаван Враджешита Наяста Дхама Вриндавана Брамья Качидупасана Враджаваду Варгена Якалпита Шримад Бхагаватам Праманам Амалам Према Пумарта Махан». В этом стихе сказано все, что нам нужно знать. И
Там говорится, что према есть высшая цель жизни человека. Единственное состояние, которое дает абсолютную полноту. Все остальное – это способ опустошить сердце. Люди пытаются найти счастье в сексе. Это самая опустошающая вещь, которая только может быть. Человек, который пытается найти в этом счастье, он в конце концов чувствует невероятную пустоту в сердце. И все чувственные наслаждения, они в конце концов приводят к пустоте. Просто пусто, сердце пустое. И в этом пустом сердце ничего нет. И это пустое сердце хочет все больше и больше и больше, и не насыщается ничем. Но когда у человека есть любовь, эта любовь переливается через край. Даже материальная любовь, которая есть не что иное, как отражение духовной любви. Не нужно думать. Шрила Бхактивинода Тхакур в этом смысле был революционером. Он один из первых ачарьи вайшнавов, который сказал, что этот опыт в материальном мире, опыт материальной любви – это есть отражение духовного опыта. Даже материальная любовь делает человека бесконечно щедрым, заставляет человека любить всех. Одна русская поэтесса Белла Ахмадулина сказала: «Любовь к любимому есть нежность ко всем, вблизи и вдалеке». Любовь к любимому есть нежность ко всем. Когда у меня есть любовь в сердце, я готов любить всех. И не просто любить, заботиться обо всех, проявлять нежность. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет тот же самый феномен. Он говорит, когда у человека есть любовь к Богу, према, то отражением или проявлением этой любви к Богу, к Кришне, по отношению ко всем остальным является сострадание. То же самое, та же нежность. Мы видим другого человека, и сердце плавится от сострадания. И это самое удивительное состояние человеческого сердца. Единственное, в котором мы по-настоящему счастливы, единственное, к которому нужно стремиться. И мы сможем достичь его. Шрила Прабхупада говорит, наши ачарьи объясняют, что все это достижимо. Не нужно думать, что это сказки. Иногда мы становимся старшими преданными, думаем, да, 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 Харе Кришна. Я слышу, как иногда в храмах есть обычай повторять 10 оскорблений перед тем, как повторять святое имя, чтобы... На всякий случай, чтобы ни одного из них не пропустить во время повторения святого. Там есть стандартная фраза из «Нектара преданности». Любой, кто хочет достичь высшей цели жизни. И все должны повторять. Кришна прямо. Я слышу, с каким выражением люди говорят. Вначале «Кришна прямо», а потом «Кришна прямо». Мы забываем о цели. Мы забываем о том, что это реальность. О том, что только это нам нужно, что только ради этого мы живем. Что только это может сделать нас по-настоящему счастливыми. Что все остальное – это всего лишь средство. Цель только одна. Према Пумарта Махан. Все остальное – всего лишь навсего какие-то промежуточные этапы к этому. И Шри Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы научить нас этому. Никто другой никогда не говорил о любви так, как говорил он. И даже не говорил. Своим видом показывал, что значит любовь. Люди начинали ощущать эту божественную любовь, просто созерцая Господа Чайтанью. И он же научил нас, что нам нужно делать для того, чтобы любовь обрести. В той деятельности, которую мы делаем, очень важно сохранять настроение, с которым мы это делаем. Тринада пису ничина, тарора писа хишну на амани на аманаты на киртани асадахари. Он объяснил, как достичь любви.
Любовь становится реальностью. Киртания Садагари, человек не может остановиться, повторять святое имя, когда он становится в смирении травинки и не хочет ничего для себя. Возникает вопрос, что это значит? Это тоже может показаться непрактичным. Что значит быть смиренным? Если мы попытаемся проанализировать природу этого чувства или этого настроения, мы поймем, что смирение есть не что иное, что в нашей обычной жизни эмоция, которая максимально близко находится со смирением и находится в родственных отношениях со смирением, это эмоция благодарности. Мне хотелось несколько слов буквально сказать об этом, о том, насколько важна благодарность нашей жизни. Благодарность значит понимание того, что я кому-то другому обязан тем, что у меня есть. Гордый человек не может быть благодарным человеком, потому что гордый человек никому не обязан, правильно? Гордый человек кому обязан всем, что у него есть? Себе, только себе. Я сам. Эта формула гордости означает одновременно неблагодарность. Проявить благодарность значит проявить смирение. И это реальное проявление смирения. Мы знаем, мы здесь для того, чтобы практиковаться. И наша практика только в этом. В том, чтобы проявлять постоянно смирение через благодарность. Сри Чайтанья Махапрабху в его лиле замечательный был случай. Он описан в «Анти-лиле» Шри Чайтанья Чаритамриты, который уже вышел сейчас, когда Валабхабата пришел в Джаганнатха-пури. И он стал прославлять Шри Чайтанью Махапрабху. Он стал говорить: «Ты...» Люди, увидев тебя, начинают повторять святое имя. Шастры прославляют святое имя как способ самоосознания в этот век. Любой человек, который способен давать другим святое имя, благодаря которому люди принимают святое имя, такой человек, безусловно, уполномочен самим Господом. Валабхабата очень смиренно подошел к Господу Чайтанье и стал прославлять его. Но Господь Чайтанье увидел в его сердце маленькую толику гордыни. Валабхабата – великий ачарья, великий преданный, основатель великой сампрадаи. Мы его не осуждаем, мы рассказываем эту историю, в которой Шри Чайтанья Махапрабху пытается научить нас, не его. И пока Валабхабата прославлял его, и он прославлял его удивительно, цитируя священные писания, объясняя, что любой человек, который помогает другим людям соединиться с Кришной, это необычный человек. Любой человек, у которого есть эта способность дать другим святое имя, это человек особым образом выделенный Богом. Без шакти Кришны невозможно это делать. И в этот момент, когда нас прославляют, мы думаем, наконец-то, обычно мы думаем, что наконец-то нашелся кто-то, кто понял. Обычно мы при этом думаем, да, говори еще, да, да, все правильно, все хорошо. И мы можем изображать из себя что-то, но внутри у нас... Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы научить нас с вами, каким образом мы должны принимать все эти вещи в материальном мире, стал говорить. Он стал говорить: «Я саньяси майявади. Чего я знаю о Кришне? Я ничего не могу знать о Кришне. Если я что-то знаю о Кришне, если у меня есть что-то хорошее в моей жизни, я обязан этим Адвайта Ачарье. Если я почувствовал когда-то любовь к Кришне, то только потому, что Нитьянанда рядом со мной, он всегда опьянен любовью, и так как я нахожусь рядом с ним, я иногда получаю толику его опьянения любовью». Он дальше стал говорить: «Сарвабхаум Бхаттачарья рядом тут находится, он учитель всего мира, он меня научил всем философиям. Только благодаря ему я что-то понимаю в философии».
Дальше он стал говорить: Романандерой научил меня этим вкусом любви, расам. Только благодаря Романандерой я что-то понимаю в расе. Дальше он долго-долго рассказывал про то, как Романандерой учит его расам. После этого он стал говорить: Сваруп Дамодар Госвами, он здесь, и он научил меня жить во Вриндаване. И когда Чайтанья Махапрабху говорил это, он одновременно учил нас с вами, каким образом мы можем избавиться от своей гордыни. И каким образом мы можем почувствовать вкус любви к Богу. Мы можем почувствовать вкус любви к Богу через благодарность. Сам Брама говорит об этом. «Таттену кампасу самикшамана». Бунджана Еватма Критам Випакам, Хридбак Вапубир, Видадан Намасте, Дживета Йомукти Падесадая Бак. Человек может быть уверен в том, что он получит царство Бога. Дживета Йомукти Падесадая Бак. Дая Бак значит, у него появляется законное право, юридически оформленное право, наследное право на царство Бога. Если он ведет себя особым образом, татте анукампам сусамикшимана, в любой ситуации он проявляет благодарность. Хорошее что-нибудь случается, он благодарит, дурное что-нибудь случается, он все равно благодарит. Это состояние благодарности означает смирение. Это состояние благодарности означает, что я признаю вклад всех остальных в мою жизнь. И мы здесь с вами для того, чтобы в этом обществе попытаться действительно реально почувствовать Бога. В этом цель наша. Мы никогда не сможем ощутить Бога поодиночке. Сколько мы не повторяли: «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Сила Прабхупада в одном комментарии к четвертой песне Шримад Бхагаватам пишет, что человек, который считает, что он может стать сознающим Кришну вне общества вайшнавов, просто бредит, галлюцинирует. Он там употребляет слово «делириум». «Делириум» значит «бред». Это общество, в котором мы можем служить, в котором мы можем благодарить других людей. Вот и преданные, которые делают все это, у нас должна быть благодарность к ним. Благодарность, которая... Семя благодарности, которое прорастет в какое-то активное желание сделать что-то еще, что-то больше. Мы не должны останавливаться на духовном пути. Очень часто люди становятся на духовный путь, они делают несколько шагов, но потом они обустраиваются на духовном пути. Мы все знаем, это обычный процесс, особенно в ашрамах брахмачари он происходит. Приходит отреченный брахмачари, через год у него уже 3 коробки скарба. Непонятно откуда и как. Свой уголок, свой тщательно запертый на ключ, там, сейф, еще что-то. Точно то же самое происходит с нами на духовном пути. Мы приходим на духовный путь, мы понимаем, мы не от мира сего. Мы понимаем, ну что искать в этом мире? В этом мире можно найти только рождение, смерть, старость и болезни. Можно тут найти что-то еще? Если кто-то считает, что можно, непонятно, что он тут делает. Но очень быстро мы забываем об этом. И снова пускаемся в бесплодные поиски материального счастья. Счастье есть. Все веды говорят о том, что счастье есть. Мы можем стать счастливыми, мы должны стать счастливыми. Но счастье можно обрести только одним единственным способом. Через служение, через смирение, через любовь. Когда святое имя оживет, Кришна...
будучи живым, вбирает в себя энергии святого имени, которое повторяет гордый человек. И такой человек не ощущает, что Кришна там. Для него это становится скучным ритуалом, который нужно почему-то делать. Почему? И почему 16? И в конце концов, может, 4? 4 тоже неплохо. Ну, а так, вообще-то, я и без этого могу быть преданным. Но нет, это жизнь. Но она становится жизнью, когда у человека есть смиренное сердце. И мы здесь с вами, в этом обществе, не говорим о семье, об общении, еще о чем-то, а только для того, чтобы помочь друг другу развиваться духовно. Индуизм с самого начала, индуизм, санатана дхарма, так или иначе, он отличается от всех остальных форм духовной практики тем, что Шрила Прабхупада говорил, что варнашрама дхарма и санатана дхарма – это синонимы на каком-то уровне. Это особая форма социального устройства, когда человек, попадая в этот социум, возвышается просто благодаря тому, что он находится в этом социуме. Это поразительная вещь, уникальное в своем роде явление. Никогда не было такого социума, цель которого заключалась только в одном, чтобы поднять сознание человека. Все институты варнашрама дхармы или ведической культуры только в этом, чтобы любой человек, который попал в это общество, чтобы он поднимался. Все запреты, которые есть, только для этого, чтобы сознание человека развивалось. Все правила, которым люди следуют, только для этого, чтобы сердце, лотос нашего сердца раскрылся. И чтобы мы ощутили аромат, опьяняющий аромат любви, который находится в этом сердце. И мы сейчас здесь, Шрила Прабхупада сказал, что он не создал какой-то очень существенной части своей миссии, не исполнил этого, он не создал это общество. Это очень сложно понять, любить копии ломать, что значит варнашрам, значит это, что мы теперь должны рассчитаться на браманов, кшатриев, вайшьев и шудр по очереди. А мы каким-то образом действуем. Нет, не в этом дело. Дело в том, чтобы создать общество, куда мы приносим только одно – желание, свою благодарность. Все начинается с этого. Это принцип варнашрамы. Варнашрама основана на уважении и на благодарности, на служении. Варнашрама основана в сущности на двух принципах – на принципе уважения, а к старшим, ко всем остальным, на том, чтобы проявлять благодарность и на том, чтобы кормить. Я сейчас поговорю по благодарности и уважению, и потом вас покормят. Так что все в порядке. Уже скоро. Но суть в этом, для чего мы собираемся здесь, для чего мы все делаем, для того, чтобы только, находясь в этом обществе, духовно прогрессировать. За пределами этого общества, мы не сектанты, ну, вообще-то сектанты, но очень либерально мыслящие. Суть не в этом. Мы не просто прославляем как-то дешево прославляем это. Мы еще раз вспоминаем о цели. Наша цель одна – полюбить Бога. И мы собираемся вместе. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, векали, для того, чтобы полюбить Бога, нужно собираться вместе. И вместе петь Святое Имя. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Он заложил этот принцип. Мы собираемся вместе. И здесь для чего мы собираемся вместе? Для того, чтобы в этом взаимодействии друг с другом. Ведь любовь – это отношение, правильно? Это отношение с Богом. Как мы можем претендовать на то, чтобы вступить в отношения с Богом, если мы не научились вступать в отношения с обычными людьми, с преданными, с тем, кто служит Ему? Мы собираемся здесь для того, чтобы по-настоящему почувствовать эту любовь. И для этого
каждое наше взаимодействие с другим человеком здесь должно быть исполнено благодарности, смирения, любви и уважения. И тогда наше пребывание здесь превратится в Вайкунтху. Я говорил, что за пределами этого храма общество культивирует гордыню и зависть. Гордыня – это самая большая добродетель в современном обществе. В современном варварском обществе. Человек, который может лучше проявлять свою гордыню, который, у которого самое сильное эго, он самый крутой. И Господь с ними. Находясь в таком обществе, пропитанном завистью, человек будет волей-неволей деградировать. Сознание его будет сплющиваться. Оно будет становиться все более и более эгоцентричным. Он никогда не почувствует Бога. Мы здесь для того, чтобы перестать быть эгоцентриками. Для того, чтобы поставить в центр Шишидаев Нитай Сачи Суту. И служа им почувствовать вкус их любви. И для этого этот замечательный храм здесь, храм на Ботанике, для этого наша программа «Пища жизни», распространение книг, ашрам Юрлова, ашрам Санкиртаны, харинамы, которые мы делаем. Только для этого. Для того, чтобы мы сами почувствовали любовь к Богу. И чтобы мы дали возможность соприкоснуться с этой любовью к Богу другим людям. Я пару раз на последних лекциях, мне недавно пришло замечательное письмо от одного человека. Я два слова про него скажу. Человек неожиданно для... Он был очень вполне благополучен, у него была хорошая работа, красивая жена, хорошая семья. Он в какой-то момент почувствовал бесконечную пустоту ему, все было немило. Вот. Он, как обычно делают в таких случаях люди, стал употреблять наркотики, курить травку. Вот. И в какой-то момент, ну, потом он пытался бросить это, у него ничего не получалось. Ну, обычная история заблудившегося человека. Он говорит, что в один прекрасный момент я стал молиться Богу. Сделай так, чтобы я снова почувствовал тебя. Сделай так, чтобы я ощутил то, что было у меня, когда я был ребенком. Когда я смотрел на этот мир и радовался. Когда я смотрел на солнце и радовался. Когда я видел зеленую траву, и зеленая трава радовала меня. Ребенок, его восприятие мира совсем другое. Почему? Потому что он открыт к Богу. В гораздо большей степени, чем потом взрослые, когда у нас уже оформляется скорлупа ханкары. И он очень искренне молился ему, сделай так, чтобы я снова почувствовал тебя. Он говорит, я единственное, что я помню, это что пришла в голову сама по себе мысль, будет непросто. Почувствовал, что напрашиваюсь я непонятно на что. И тут началось. Вскоре после этого его друга взяли на улице, он распространял наркотики. Тот все свалил на него. Пришли к нему, обнаружили у него дома наркотики, посадили его, друг убежал. Короче говоря, его посадили в тюрьму. И в тюрьме он, да, совершенно невинного человека. Ну, нет смысла ему говорить, что он не виноват, если он виноват мне. Он написал мне это письмо, он говорит, на 9 лет меня посадили. Неожиданно, вдруг. Он стал, тут началось там. Один в тюрьме там ему дал Бхагавад-гиту, он почитал, ему не понравилось. Потом библиотекарша ему принесла науку самосознания, он за ночь ее проглотил, думает, мне еще нужны книги. Потом кто-то ему оставил первый том Шримад-Бхагаватам. Потом он уговорил свою мать, чтобы она прислала ему книги.
И он пишет, а мне несколько писем уже написал. Он говорит, я такой счастливый, вы себе не представляете, я никогда таким счастливым не был. Я говорю, только одного не понимаю, зачем так долго? Мне бы одного года хватило. Я уже все понял, я уже никогда не... Я уже все нашел. Я говорю, он говорит, это чудеса случаются. Я просто повторяю имя святого. Я такой счастливый. Я другим рассказываю, другие тоже счастливыми становятся. И я закрываю глаза, я во Вриндаване. Потом я вспоминаю, что я в тюрьме. И я думаю, ну, наверное, не очень хорошо. Но потом я опять забываю о том, что я в тюрьме. Я говорю, я люблю всех, я люблю Шрилу Прабхупаду. Вот я ваши лекции по интернету смотрю по ночам. Еще что-то. Много чего пишет. Я уж не знаю, зачем я стал об этом говорить. Видимо, для того, чтобы сказать, что весь материальный мир тюрьма и что... Но смысл еще раз в том, что человек может стать счастливым даже здесь, в этом мире, если он станет по-настоящему практиковать сознание Кришны. Это не трудно, совсем не трудно, если бы не ложное эго. То есть маленькое «но», которые, к сожалению, очень сильно заслоняют от нас все. Ложное эго. Я прав, я лучше знаю, все остальные не правы, все остальные такие, сякие. Нет никакой необходимости в этом. Все очень просто. Очень просто почувствовать вкус любви к Кришне. Приходить сюда вместе с другими преданными. Благодарить, делать что-то небольшое для Кришны, найти какое-то место здесь. Делать что-то просто так, просто из любви, не ожидая ничего. И Кришна будет очень доволен нами. Мы все пытаемся создать это общество, в котором просто попав сюда, человек бы чувствовал любовь к Кришне. До какой-то степени, учитывая все неблагоприятные обстоятельства, я думаю, что мы не так уж все и неплохо у нас. Не так уж плохо у нас все. Я думаю, что в общем-то, если принять в расчет Кали-Югу, кризис, войну на Украине, мегаполис, рост цен, то у нас все хорошо. Что люди все равно получают что-то здесь. Но теперь от каждого из нас зависит, чтобы мы получили больше. Каждый здесь может либо помочь другим возвышаться, либо наоборот опускать сознание других. Вот. И мы рассказывали обо всем, что делается, только для того, чтобы дать каждому возможность поучаствовать в этом. Заниматься деятельностью, которая не основана на ложном эго, а основана на нашей естественной склонности служить, чтобы соединить это служение с Кришной. Когда Шрила Прабхупада спрашивали, мы задавали такой вопрос. Ваши ученики, хорошо, вы вырвали их. Этот вопрос задал ему один судья, мистер Редди, если я не ошибаюсь, в Мадрасе. Ваши ученики, они сейчас... Вы их вырвали из этого общества, дали им какую-то новую вещь. Не боитесь ли вы, что они отождествят себя, что у них появятся новые упадхи, новые ложные отождествления? Они просто отождествлят себя с вашей организацией. Шрила Прабхупада сказал, я не боюсь. Пусть отождествляют, потому что эта организация не отлична от Кришны.
Потому что она предназначена только для одного, только для того, чтобы помочь людям служить, соприкоснуться с Кришной, получить опыт любви. Но мы никогда не должны забывать о цели. Всегда должны помнить, что в этом цель. Никогда не должны позволять своему ложному эго заставить нас забыть об этом. Вот. И очень скоро праздник Гора Пурнимы, осталось чуть больше 2 недель. Ну, практически 2 недели, да? Ну, может быть. Ну да, чуть больше 2 недель. Вот. Мы готовим особую программу. Та команда, которая готовила фестиваль «Наш Прабхупада», готовит специальную программу на Гауру Пурниму, смысл которой в том, чтобы каждый человек мог что-то сделать. Не просто пришел сюда и остался духовным потребителем. Самое ужасное, что может быть, что убивает импульс к духовной жизни, это духовное потребительство. Я пришел, послушал лекцию, ушел, поел просад, ушел, все. Есть программа санкиртаны выходного дня, а есть такой вид жизни, который называется преданный выходного дня. Суть не в этом. Мы здесь не для того, чтобы превратиться в очередную какую-то мирскую организацию. Мы здесь для того, чтобы отдать Кришне свое сердце. И особая программа на Гаур Пурниму будет построена таким образом, чтобы каждый человек мог каким-то образом поучаствовать, занять активную позицию. Пожалуйста, есть Дайал Читани Прабу, другие преданные, они начнут свои рассылки, чтобы можно было, чтобы каждый человек мог с самого начала подготовить свою роль. В конце концов, еще раз, если смирение, значит благодарность, мы должны будем в какой-то момент проявить свою благодарность Шри Чайтанья Махапрабху. Он нам очень много дал, и день его явления – самый лучший день, чтобы эту благодарность проявить. Вот. Поэтому у каждого из вас может быть какое-то свое место или роль в этом. И когда мы все придем туда, это будет небольшая, с таким настроением, чтобы дать. Не с настроением, чтобы взять, получить, потребить что-то, а чтобы дать. Вот тогда возникнет настоящий духовный мир. Пожалуйста, участвуйте во всем этом и также в других проектах каких-то. И никогда не забывайте, для чего нужны эти проекты. Эти проекты нужны, чтобы сердце наше очистилось. Чтобы в этом очищенном сердце мы услышали голос Кришны. Он говорит с нами, чтобы мы услышали Его святое имя и оказались во Вриндаване, где все любят Кришну, и Кришна любит всех. Спасибо большое.